Так, получили мы камни. Мне кажется, этих камней, конечно, будет мало. Заказали фильтр и насос для пруда комплектом. Кому интересно будет, скину ссылку. Здесь у меня вот такие крупные камни разные. Даже вот такой есть камушек. Смотрите, какой красивый. Пористый. Обалденно. Неподъемный. Просто неподъемный. Очень красивый. Разные. Так, и на подсыпку я взяла мокрый. Он такой яркий, красивый получается. Это на дно будет и на ступеньке. И просыпка между крупными камнями. Из таких я взяла 10 мешков. Это 250 килограмм. Вот. В общем, скоро будем доделывать. Просто жду фильтр, чтобы уже сразу выложить клеенку, выложить камень. Нужно будет еще заехать купить пару мешков цемента. Ой, вчера подстригла газончик такой красивенький. Прям набивной-набивной. Супер. И доделаю прудик. Дальше мы еще взяли вот в это место. Здесь у меня, видите, вот наверху светильники. Они автоматически включаются с доводчиком, когда идешь на движение. Датчик движения стоит. Сюда мы выведем розетку. Вот так вот вдоль трубы мы кинем электрику. Внизу проштробим вот сюда. И здесь поставим фильтр с насосом. Фильтр хочу убрать, он сверху. Насос внизу будет лежать в яме. Фильтр сверху, и шланг будет по камням стекать вода, ручеек. Фильтр хочу задекорировать под вот этой туей Old Gold, можжевельником Old Gold, чтобы не видно было его. В общем, осталось совсем чуть-чуть. Ждем мелочи доработки и завершаем и запускаем рыбок. Они уже такие большие у меня в аквариуме плавают. Бедные, им там места мало. Я с ними разговариваю, говорю, потерпите еще недельку. И будет вам счастье. Всем хорошего дня. Так, ну что, двигаемся дальше. Потихоньку мой прудик начинает приобретать нужные формы. Проложила я сейчас пленку 400 миллиграмм на килограмм. Это специальная пленка для пруда. Зафиксировала ее камнями, засыпала вниз щебень цветной, и нужно теперь набрать воду, чтобы пленочка полностью приняла форму чаши, которую мы выкопали. Временные камушки, видите, потом все это будет выкладываться немножко по-другому, и покажу конечный результат. Самой очень интересно, безумно интересно, что получится. Но я думаю, скоро-скоро мы все увидим. Снимаю этап сегодняшней работы моей. Слушайте, ну красиво получается. Сегодня я поработала на славу. Немножко еще осталось доделать. Буквально такие штрихи. Вот этот участок у меня будет возвышение. Отсюда будет идти фильтр и насос. Фильтр и насос приходит 30 числа, поэтому еще пару дней ждем. И будет красота. Ну как? Глубина 1,20 м основной чаши. Еще посажу растения. И будет вам счастье. Не, нам. Слушайте, ну мне нравится. Классно. Так, со всех сторон покажу. Задекорирую еще стеночки, чтобы не видно было. Совсем не видно было. Немножко не хватило щебня. Пару мешков нужно будет. Килограмм 50 еще. И будет совсем красиво. Ну, почти. Почти.